Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня покажу мод, который выбирает 32 тысячи слотов в Minecraft Pocket Edition. Ну что ж, после установки данного мода, у нас в инвентаре появляется куча новых слотов, или можно сказать, кучу добавленных слотов. Здесь очень много этих слотов, что нельзя их, можно даже сказать, посчитать. Ну, сейчас мы наберем блоков и посмотрим, как у нас заполняются эти слоты. Ну, конечно, все слоты заполнить нереально, так как в Майнкрафте блоков всего лишь около 200. 200 блоков, а инвентаря там, наверное, 20 тысяч больше, да? Представьте себе, сколько места там. Это я не знаю, зачем столько места. Я понимаю, если у вас там будет 64 стака земли, по 32 тысячи, да? Это будет с ума. Куда вам столько земли? Ну, мод просто вот облегчает, опять же, выживание. Ну, этот мод можно назвать его читерским, да? Как он, ну, приносит просто-напросто читерский мод. Он очень читерский. Но зато полезный. Ну, столько блоков вы все равно с собой не унесете. Потому что вы не сможете создать столько блоков. Ну, как видите, я создавал маленько блоков и маленько заполнил наш инвентарь. Вот настолько, но мест все равно нисколечки не убавилось. Ну, мод, конечно, классный, скачивайте и оценивайте его. Вот так же мы можем спокойно брать блоки без всяких багов или вылетов. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.